Доброго времени суток. Сегодня я хочу вам рассказать про Say, а точнее про его партнерство. И говорить мы будем про Cargo, которое является первым зданием уровня 1.5 на Say. В начале статьи, которую они выпустили еще 15 ноября, они разговаривали о рынке предсказаний, что это такое и зачем это нужно. Если честно, я не понял, зачем это нужно было вообще вставлять в статью. Поэтому расскажу непосредственно о Cargo, зачем оно нужно для Say, зачем, собственно, они так сильно анонсируют. Если говорить про анонсы, то 21 числа, буквально недавно, проходила АМА, где как раз-таки рассказывалось о всех преимуществах и прочих вещах. Также видим, вот у нас и они сюда представили 21 числа только в своем твиттере пост о том, что вот смотрите, читайте статью про этот проект. Согласитесь, довольно-таки интересно, потому что они про каждый проект делают АМА. Ну, конечно, постят все. Но мне стало довольно-таки интересно поделиться с вами. Так что же такое уровень 1.5? Согласитесь, вы никогда не слышали о таком. Уровень 1.5 – это инфраструктура базового уровня, которая предлагает дополнительные функции для создания приложений для конкретных случаев. Это модульная инфраструктура, которая позволяет быстро и без усилий запускать новые продукты DeFi на Say. Эта инфраструктура в стиле «подключи и работай» значительно снижает барьер для входа на рынок новых и инновационных продуктов, которые были разработаны на Say. Это также улучшит опыт разработчиков, поскольку они смогут получать доступ к расширенным функциям в дополнение к мощной книге заказов и опыту сопоставления заказов, изначально прилагаемому на Say. Так что же у нас такое Cargo? Как, собственно, я переходил на сайт для того, чтобы изучить. Сайт, конечно, у них максимально минимален. То есть, чтобы перейти на VIP, вписываем имя, email, нажимаем Submit и все. Мне даже не пришло письмо на почту, возможно, оно придет позже, возможно, оно придет не знаю когда. Так что воспользуемся пока что только их твиттером. Cargo строит первый уровень 1.5 на Say, как я уже сказал неоднократно. Это контракты базового уровня будут служить модульной инфраструктурой, открывающей глобальные рынки прогнозирования. Нынешние рынки предсказаний сосредоточены на крупномасштабных глобальных событиях, например, кто выиграет чемпионат мира или кто станет следующим президентом. Однако им не удается привлечь аудиторию для небольших событий и сообществ, а также контекстуальные нюансы вокруг них. Cargo стремится изменить это, позволяя местным командам создавать местные рынки. Например, команда в США не стоит тратить время на ставки на индийский крикет или бразильскую политику. Но сильная местная команда может легко создать эти рынки, используя инфраструктуру Cargo. У этих местных команд будет более глубокое понимание и более крупные платформы для создания продуманных и привлекательных рынков. Cargo нацелен на длительный хвост спекуляционных событий с нишевыми и недостаточно обслуживаемыми событиями, способствуя более активному участию в таких событиях. Так что же сделает партнерство Say и Cargo? Это партнерство позволит сильным командам с местным контекстом развивать независимые рынки, прогнозироваться с использованием промежуточного программного обеспечения Cargo. Эти рынки могут охватить события любого масштаба, чтобы охватить новые события, например, местную политику и местные спортивные ставки. Эти новые рынки будут синергетичны со встроенным механизмом сопоставления ордеров в Say, что позволит часто обновлять книгу ордеров и указанные спреды по активам. Если вдруг вы не понимаете, почему я рассказываю про Cargo, но не сказал ни слова про Say,
Я, конечно, немножко удивлюсь, потому что я думал, что SEO знают все, но вообще SEO это самый быстрый блокчейн первого уровня, призванный обеспечить лучшую в своем классе инфраструктуру для разработки и масштабирования протокола DeFi Web3. Если вы не знаете ничего про SEO, это для вас первое видео, то рекомендую вам перейти на мой канал и посмотреть видео, что же такое SEO. Надеюсь, что вы поняли, чего нужно карго, надеюсь, вы поняли преимущества, которые будут благодаря ему. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если интересен проект, приходите на его Twitter, присоединяйтесь, читайте, следите. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.